И только когда между зрительным залом и сценой возникает вот та искра, которая называется творчеством, вот это счастливейшие минуты у людей, которые на сцене, и у людей, которые в зале. Спасибо вам огромное. Сказать, и меня спросила телевидение, вот недавно было 50 лет, а вот теперь 60. Как вы ощутили этот промежуток? Я говорю, я и 60-то не очень ощутил, потому что так все пробежало быстро. Так все время летит. Молодые люди, пользуйтесь временем. Старайтесь как можно больше сделать, потому что все пробегает слишком быстро. Это я говорю не как некий итог, я надеюсь. Ну как, делюсь опытом. Огромное вам всем спасибо. Был трудный спектакль. Я понимаю, сегодня пришлось. Но сегодня вас смотрела вся Москва. И не только Москва. Сегодня вы действительно показали замечательное свое искусство. И если эта высокая награда
дана мне, то она в равной степени дана и всем вас. Вам. Потому что если бы не было вас, никаких моих и балетов бы не было. Вот вы все есть сегодня те герои, которые действительно на этой сцене адским совершенно трудом и замечательным талантом, потому что одно без другого не бывает, иначе бессмысленно. Вот добивайтесь того, что вас так сегодня встречали. Да и не только сегодня, и каждый раз. А как вас встречали за границей, когда вы сейчас почти 180 дней были там, за рубежом, и каждый день вы показывали спектакли, и во многих странах. И если вы вспомните внимательно, как вас встречали, то вы скажете, что прием был такой же. Еще раз бесконечно вам благодарен за то внимание, за те радостные, счастливые творческие минуты, которые вы мне дали. Ну и дай Бог, может быть, и еще что-нибудь сотворим, что-нибудь еще сделаем. Потому что вы молоды, а я еще не слишком стар. Поэтому, может быть, мы и начнем сейчас что-нибудь делать новое, что заставит нас всех меньше сидеть на собраниях и больше заниматься делом. Его восхождение было невероятно стремительным. Григорович был рожден балетмейстером. Блестящий характерный танцовщик Кировского театра в Ленинграде неожиданно для многих стал сочинять танцы, прекратил карьеру балетного артиста. И первые поставленные им балеты «Каменный цветок» и «Легенда о любви» сделали имя Юрия Григоровича всемирно известным, всемирно признанным. Вскоре он принял предложение возглавить знаменитую балетную труппу Большого театра. Григорович пришел со своим художественным кредо, безграничной верой в возможности классического танца, в его способность выразить глубину чувств и конфликтов. Им создано 12 многоактных балетов, и в каждом балетмейстер идет новым путем. Спартак, Щелкунчик, Иван Грозный, Золотой век. Все свои спектакли Юрий Григорович создал вместе с художником Салико Версаладзе. Хореографии Григоровича был нужен именно такой художник. С безупречным, изысканным вкусом, с тонким пониманием сути танцевальных образов. Почти 30 лет совместной работы. Сам балетмейстер считает, что Версаладзе стал для него учителем сцены. Балет «Легенда о любви», созданный ими, стал спектаклем классическим, идущим на сценах многих театров мира. В репертуаре Большого он занимает особое место, но, как и каждый балетный спектакль, требует постоянной заботы балетмейстера. Ведь хореографический язык так хрупок, так мимолетен. Слабенько все. А пока мы не входим в разряд того спектакля, который мне нужен. Вы даже не понимаете некоторые, как кончать. Вот я смотрю движение. Ля-дар-дар-дар-дар-па-па. Вот оно кончается, как движение. Некоторые делают там, та да та 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 та. Ему все равно как. Движение кончается. Раз, там, ра-па-па. Вот оно кончается. Вместе со мной встать сюда, повернись ко мне лицом. Вот это сделайте с моей, своим уже, так сказать, в части. То есть и рам, та-ра-па-па, раз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь мне нужен выпад. Выпад мне нужен, а не рам-пам, та-ра-та-та. Так мне не нужно делать. Мне нужен выпад сюда, сильный.
начала работать над ролью Краса с таким остро характерным актером, каким был Владимир Левашов. И я ему делал страшно гротесковые фигуры. Ну, такого, если хотите, фюрера от римлян того времени. Но потом в процессе работы, в столкновении с Спартаком Васильевым, явно не были равные силы. Пластические, понимаете, да? Танцевально. Потому что не бороться было бессмысленно. И тогда у меня возникла мысль, хотя Левашов это делал замечательно, в своем плане, так сказать. И, видимо, некоторое расхождение, может быть, и с музыкой было, так сказать, потом я это понял. И я, так сказать, перешел совершенно на другую пластическую, ну что ли, канву роли. И вот здесь я пригласил Лиепу, который великолепно, так сказать, монтировался во все то, что мне хотелось, и стал достойным антиподом Спартака, врагом, сильным, интересным, действенным, активным. И когда сталкивались вот уже две силы, когда великолепный Васильев и великолепный Лиепа сталкивались в своих, так сказать, коллизиях в спектакле, то это было уже интересно. Вот это было, так сказать, равные враги, разные точки зрения на мир, разные понимания вопросов мира, свободы, счастья, любви и так далее, и так далее. Члены жюри. Я прошу учесть только одно, что у нас есть три человека, которые в значительной степени оторвались по очкам от всех. Теперь прежде всего мы с вами должны очень серьезно продумать вопрос, есть ли у нас исполнитель, который может быть представлен на самую высшую награду Гран-при. Это может быть и женщина, и мужчина. Я думаю, что математика вещь очень хорошая, но, видимо, когда мы будем об этом думать, не только цифры будут решать этот вопрос. Приглашают быть председателем жюри многих конкурсов.
авторитет в мире балета чрезвычайно высок. Конкурс не должен превращаться в конкурс торжества трюка. А конкурс должен быть, конечно, выявителем именно талантов настоящих. Людей танца, люди, которые, так сказать, не только постигают технику танца, это замечательно и очень хорошо, и мы говорим, что уровень технически очень повышается. Но тем не менее, когда человек выражает свою душу, это, собственно, является нашим критерием. Человеческие чувства, страсти, вот это является, так сказать, мне кажется, основой нашего искусства. И это является критерием всех конкурсов. И московского, и Джексона конкурса, и Варны. Я очень доволен, что ты наконец согласился сделать для нас, для Большого театра, хореографию. И мы попробуем сделать это вместе, чтобы этот спектакль мог пойти в Лос-Анджелесе, yes, в твоей труппе и в Большом театре. Да. И мне кажется, что это интересно. Вот первый контакт сотрудничества, так сказать. Сотрудничество, это, по-моему, вот одно из моментов проявления конкурсной ситуации, так сказать, будем говорить так. Когда вот на конкурсе могут люди поговорить, встретиться, обсудить. Мы уже знаем достаточно давно друг друга. Поэтому мне кажется, что вот так у нас может получиться. Самое главное в Григоровиче – это его желание создавать новые вещи, но при этом уважать прошлое, уважать традиции, от них отталкиваться, их продолжать и добавлять что-то свое. И он создал уникальные балеты для звезд Большого, давая им возможность при этом выразить себя. Я часто вспоминаю Японию. Там для великих артистов используется слово «сокровище». И великий хореограф, такой как Григорович, тоже является сокровищем. А сокровище подлежит охране.